Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня битва гильдий, и мы сегодня затестим Огника. Выбил я новый талантик, Blade Dance. Такого Огника я вам уже показывал на Тайване изначально. Он очень неплохой, плюс ему вроде как бы и подходит этот талант. Он лучше, чем Пакт, однозначно, потому что он дает при уклонении оживу, то есть восстанавливает жизнь, плюс увеличивает уклонение у самого героя. Как видите, уклонение и так дофига есть. Сейчас мы чарку еще ему подберем. Тут у меня стоит недомогание, то есть для по локации такая чарка топовая. Но мы сейчас поменяем на последнюю чарку, чтобы его так особо не сливали. Так, можно на такую поставить, у него куча иммунитета, в принципе, плюс увеличение жизни, но недомогание на нем смотрится покруче, потому что на PvP локациях поярче оно все-таки, чем все остальное. Так, окей, сейчас мы его поставим и затестируем на битве гильдии. А вы пишите в комменты, хотите, я вам еще его потестирую по разным локациям, покажу. Так, ставим сюда цепа, а сюда потестим изворот, то есть мы сделаем максимум, то что можно выкрутим. В снаряге он у меня весь пуловый, на уклон. Давайте только чарку заменим, вот такую поставим, еще дополнительный отхил, то есть тут максимальный отхил сейчас будет. Сейчас посмотрим, что с этого получится. Плюс если он выйдет со своего скилла, то есть он будет уязвим, у нас повышенная будет защита. Ну и отхил, конечно же, в два раза. Окей, поехали, посмотрим, что там у нас по битве гильдий творится. 600. 900, 900, 700. 650. 900, 700. Значит, бьем всех 900 и 700. Так, 30-е. Осмо смотрю. Рино 30-е на дефе. Да ладно. Это что-то какая-то... Какая-то подстава, ребят. Поехали, посмотрим. Вот смотрите, как он на миллион сразу же просел. И сейчас вы увидите, как он... А, это этот. Это, кстати, фигачит землеройка так. Ну, смотрите, ушатал. Благодаря тому, что есть смотритель, и у нас есть... Что-то как-то 30-е вообще ушли все. Плюс у него 150 атаки. То есть это получше, чем пакт, потому что у него нету минуса. В принципе, неплохо. Ну, какой-то топ, конечно, не очень. Но землеройка, как видите, пакостит. Реально пакостит. Так, окей. Этого нам тоже надо бить. Так, может, тут будет получше. Что тут у нас? Огник, огник и зефирка. Возле зефирки у нас Роза и Фрея. Ну, попробуем огника на огника. Давайте посмотрим, что у нас получится. Ну, по дамагу я смотрю, блин. Вот, кстати, такой же огник. Видите, два огника с одинаковыми талантами, и все, его слили. Вот так вот. Интересно. То есть, как видите, все-таки те герои, которых я перед этим показывал, там Фрея, Зефирка, они более... Потому что там все время стабильно работает ограничение. Здесь же, когда он выходит в свои формы, вот раз-два и все. И он сливается. Возможно, здесь еще стоит отражалка, то есть это как вариант, что мы так быстро сливаемся. Сейчас попробуем через кого-то другого забежать. Вот через Фрею попробуем. Ну, плюс недомогание, как видите, тоже срабатывает, и все, и у нас отхила просто нет.
Сейчас попробуем вариант поставить ему в такой сборке маскировку. Ну, сливается, вот недомогание срабатывает, и все, наш скилл не работает. Чарка наша нафиг не нужна. Так, уберем немножко. Ну, 30-е прорывы, я уже говорил. Сколько бы у вас там уклонений не было, не факт, что талант у вас будет все время срабатывать. Так, где-то у меня была 9-я маскировка. Эти первый топ вообще как-то разобрался просто, а тут поменьше силы, но правильные чарки вкачанные получше смотрится. Вот сейчас посмотрим, что у нас получится с маскировкой. Вот видите, тоже вроде и маскировку поставили, но его пробивают, и вы ничего сделать не можете. Я уже даже не знаю, через кого забегать. Вот, раз, два. Вроде даже ушел в инвиз, все равно по нем прокатали. Это жесть. Давайте сейчас перестраховочку сделаем. Такс. Сюда мы поставим кролика. Кстати, надо будет эту чарку тоже поменять. Ну, то есть для огника я бы не сказал, что это особо топово. То есть он сливается, я уже показывал, выживание плюс живо намного больше набивал. Но в нынешних реалиях даже Ронин уже не тот. Если правильные чарки и правильные герои стоят, Ронин сливается только так. Попробуем. Ну вот смотрите, как недомогание срабатывает. Все время висит недомогание на героя. Все. Даже он уходит в инвиз. Я ничего сделать не могу. Его добивают. Еще как вариант поставить выживание. Но опять же не факт, что оно совпадет. Он туда в инвиз не будет уходить. Но вот сейчас урон, конечно, крутой. Тут спору нет, урона тут дофигища. Ну, посмотрите, раз, два и все. И героя просто нет. Что бы я там не выдумывал, не делал. То есть, как видите, чтобы он мега там крутой, универсальный был, к сожалению, нет. А вот это вот... Это да, это универсальная тема. И вы никуда от такого не спасетесь, зефирки. Какие бы там у вас прокачки не были, какие бы герои не стояли. Я уже не раз показывал, что его просто, ну, не успеваешь слить. Так, следующий топ. Овник, культист. Вот посмотрите, что с ним делают. Вроде казалось бы круто. Разбирает, но увы. Нифига он не разбирает, к сожалению. Тут тащит, вот смотрите, его фактически второй раз только что чуть не разобрали. Тут тащит зефир.
Поэтому не знаю, можно будет еще потестить на PvP локациях, но я вижу уже, что он не настолько универсальный, каким бы хотелось там его видеть. Там многие писали, вот он крутой, очень крутой. Вот максимальный вам уклон и максимальные противники на битве гильдий. То же самое и в PvP локациях, я думаю, будет и на атаке фортов он выживать особо не будет. Вот посмотрите, его слили. 30-е прорывы здесь уже такое, по сути, не катит. Поэтому Огнику до Зефирки еще реально очень далеко. Два разных немножко героя, но, как видите, Огник сливается, Зефир в такой сборке свободно стоит и тащит. Поэтому тут в плане крутости героя там многие спорили, какой же все-таки круче, но все-таки круче Зефир. Ух ты, видели, как чуть не просел. Интересно, сольют или нет? Шанс слива, как обычно, не слили. То есть Огник этого сделать на сегодня не может. Маскировка просто даже не спасает. Этот товарищ, благодаря тому, что у него нету его скилл, все время работает, то есть 36 тысяч понижения, он себя нормально чувствует. Выпустить другого героя. Вот посмотрите, как других героев разбирают на ура, на раз-два. То есть любой другой герой разбирается за пару секунд. Не успел. Вот поэтому Огник уже не такая уж имба. 15-212. У нас сегодня, походу, новый топ, что ли? Может быть. Не, вроде я больше набирал очей. 15-212. По-моему, больше набирали. В общем, такой вот тест, ребят. Я не скажу, что он особо имба. И не скажу, что особо плох. Лучше, чем пакт, однозначно. Но он не универсальный. Если рассматривать его в плане универсальности, такая сборка не есть универсальная. Да, у нас крутые статы, но против максимальных, скажу еще раз, максимальных прорывов, как видите, он на битве гильдии не стоит. Вот так вот. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.